Так получилось, что в прошлом году темой фестиваля было четыре энергии, которые олицетворяли собой энергии природы. И, значит, фестиваль транслировал вот это отношение, это воспроизведение образов этих энергий. Поэтому логично, что в этом году, значит, энергия человека должна, да, пятая, должна быть гармонично вплетена в этот мировой порядок, в этот порядок Вселенной, и быть достойно представлена как творческая энергия, как энергия преобразования, как энергия, которая, по сути, соединяет и ответственна за то, чтобы эти энергии, природные энергии, находились в гармонии, в сохранности и в едином мировом вселенском пространстве. Мне близка эта тема, тема ответственности человека перед возможностью вот этой коэволюции, перед возможностью срединного пути, перед ответственностью за то, что мы, в принципе, равны. Нет никого главного, то есть мы части, части одинаковые в этой Вселенной. И, может быть, только в этом, потому что все-таки проект «Восьмая река» — это проект «Сайт-специфик», он специально был разработан для Елотауского парка, и он, почему, значит, «Восьмая река», потому что все-таки это семиречье, это пространство семи рек, вот это мифическое пространство, и «Восьмая река» — это люди, это люди, которые наполняют это пространство, одухотворяют это пространство. И эта идея целиком связана с Алматы и целиком связана с Семиречьем, потому что именно сюда стекались люди в поисках лучшего, лучшей доли, в поисках какой-то мечты и рая. Ну, это исключительно с этим пространством было связано. Но то, что человеческая энергия, по сути, человеческая энергия должна быть проникнута все, что происходит вот здесь, в этой Вселенной, да, все, что в этом мире, и то, о чем я хочу сказать, что мы важная, но не самая главная часть этого мира. Мы кочевники в этой Вселенной. И этот фестиваль, как стан номадов, то есть за очень короткое время, за 3 дня, мы должны показать все возможности нашей творческой энергии, мы должны произвести эту энергию, и мы должны собрать и исчезнуть, так же, как будто вот нас не было. Пространство должно остаться нетронутым и чистым. Ну, то есть вот это отношение к пространству, это уважение к пространству, я считаю, должно стоять в основе вот таких проектов, связанных вот с каким бы то ни было природным пространством или там, каким-то пространством, уникальным пространством в том числе, когда художник осваивает пространство. Нурберген, Тимур, вы курируете секции, 2 секции фестиваля: музыку и архитектуру и дизайн. Промдизайн. Да. Скажите, пожалуйста, как темы ваших секций вписываются вот в кураторскую концепцию Яны? Или ваше видение вот ваших секций вписывается в кураторскую концепцию Яны? Ну, мое понимание, что музыкантам, особенно молодым, более тяжело выразить такое понимание, как human energy, потому что это... Там нет визуализации, там только внутренние переживания. С молодого композитора или диджея очень трудно вытащить, вытянуть его понимание современных течений музыки, которые бы трансформировались в энергию. Но мы попробовали. В любом случае, конечно, заявок было меньше, чем мне хотелось. Мы собрали всего 15 заявок. Но те 2 молодых людей, которых мы выбрали, мне показалось, что они наиболее интересно смогли хотя бы осмыслить, что такое есть human energy, да, как это можно понимать сегодня. Посмотрим, не знаю, но мне показалось, что мои заявки, мои пацаны в менее выгодном положении, чем, допустим, архитектура та же самая. Я не совсем архитектурой занимаюсь. Архитектурой занимается наш другой куратор, Эльдар. Я промдизайном занимаюсь и смог выбить себе отдельный павильон под это дело. Мне очень хотелось бы, чтобы люди, которые производят утилитарные вещи, они как-то вот таким особняком, в такой немножко музейной обстановке были выставлены. И даже в этом большом течении вообще разных видов человеческой энергии я взял немножко более узкую такую историю про человеческий свет, что ли, что как бы человек оставляет после себя как бы световое пятно. Вот его деятельность, его жизнь — это не сам человек, а его как бы проекция.
И вот этот вот свет, различные его проявления, мы попытались проявить теми вещами, которые там будут выставлены. У нас тоже был конкурс, было, я, честно говоря, сейчас точно не скажу, сколько заявок. Ну, относительно много, нормально, то есть было из чего выбирать. И вот 13 работ у нас будет представлено, так или иначе показывающие, как свет присутствует и в жизни человека, и как он может быть проявлен. Ну вот, Нурберген, Тимур, вы немножко предвосхитили мой следующий вопрос. Я как раз-таки и хотела спросить, что вот ожидается более 60 участников, как было в официальном пресс-релизе, с разных стран мира. И вот мне хотелось бы, чтобы вы... Сбор заявок, я так поняла, уже закончен, участники определены, фестиваль стартует в начале июля. Мне хотелось бы, чтобы вы как-то немножко рассказали о тех людях, которые все-таки примут участие в нашем фестивале. Из каких они стран? Если это возможно, я понимаю, что это сложно как-то охарактеризовать, может быть, их, если это возможно, какими-то одними, может быть, словами, терминами. Вот что это за люди? Ищущие, креативные, творческие, исповедующие одну какую-то вот отношение к жизни, отношение к искусству. Или же это абсолютно разные, из разных слоев, из разных, как бы, из разных сегментов искусства, обуреваемые совершенно разными течениями, мыслями там, и вот вы пытаетесь их всех вместе собрать. Вот что вот ближе? Какая-то единая концепция или же полное разнообразие, полная вся палитра? Вот у вас, Дурбриген, меньше всего участников, вы сказали, в вашей секции. Мы собрали для участия в самом фесте всего двоих участников. Есть парни из страны. Один из них Диас, который, он очень толковый. Он давно, я его знаю давно, мы так шапочно знакомы, но он очень толковый в том плане, что он всегда пытается экспериментировать с музыкой, он всегда что-то там как-то меня консультируется, говорит, там, спрашивает про певцов, что-то такое, всегда. Причем он сам не музыкант, он занимается вообще каким-то бизнесом, но у него вот это вот второе такое альтер-эго, да, у него очень интересное. И насколько я знаю, он хочет выступить на фестивале с одним из музыкантов интересных. Вот мы сейчас обговорим с ним детали выступления. Мне кажется, что вот он, несмотря на то, что занимается совершенно другим бизнесом, таким очень технологичным, и к музыке никакого отношения не имеющего. Но он мне нравится тем, что он совмещает это все на сцене, и причем он совершенно фанат электронной музыки. Мне самому интересно, что получится, потому что то, что он прислал, это одно. Живое выступление, он говорит, будет совершенно другим. Мне самому волнительно. Я хочу вот посмотреть сам и, может быть, попытать на репетиции, потому что, мне кажется, такие люди, которые это не делают, знаете, способом зарабатывания жизни на денег, да, а просто занимается этим от души. Мне всегда люди такие вызывали уважение. Их не так много, людей, особенно с хорошим музыкальным вкусом, вообще перечесть по пальцам. Те заявки, которые мы принимали, они, в общем, все хорошие, в общем. Возможно, я излишне был настроен критично, потому что мой иногда мешающий мне жизненный опыт, он заставляет меня слишком критично относиться и ставить высокие планки. Неправильно. Кто-то, возможно, не понял задачу. То есть какие-то диджеи просто писали свои какие-то работы, и они были такие. Ну, поэтому мы выбрали все двоих. Ну, я думаю, что ArtFest, если в следующем году продлится, то я смогу вот при помощи вот этих людей, которые уже выступили в основе, показать людям, вот так надо делать. Очень надеюсь. Тимур, а вы что можете сказать о тех людях, которые будут в вашей секции? Наверное. Из каких они стран? Они тоже все из Казахстана? Они все из Казахстана, да. Вообще все из Казахстана, я так понимаю. Из Алматы, да. Мы даже это обсуждали, что у нас такой очень локальный получился проект. По нескольким причинам связанный, но вот нам оказалось интересно показать, что могут на сегодняшний день художники, дизайнеры, архитекторы, музыканты, да, то есть со всех течений большинство будет локальных мастеров. И я думал над вопросом, а тут как они, как представляющие какую-то одну большую тенденцию, или все-таки они каждый по-своему. И интересно, что да, были где-то схожие рифмы, например. То есть в работах, несколько работ было вообще, прям это очень интересно. И из Москвы причем в том числе. И были как бы такие, что-то свисающее с потолка, похожее на корни, похожее на какие-то цилиндры светящиеся. Таких работ было 4 штуки. Это вот такая рифма, которая у независимых мастеров возникла у многих. Но
Я думаю, что все-таки каждый из представленных там мастеров это как своеобразные там, драгоценные камни. Mm-hmm. Каждый по-своему преломляет свет, каждый по-своему показывает свое видение, свою работу, и это для меня наибольший интерес. Как раз мне хотелось бы найти совсем оригинальные работы, но и при этом не уходящие в какое-то большое искусство. То есть вот эта грань между утилитарностью и какой-то выразительностью, какой-то более глубокой идеей, чем просто форма образования такое банальное. Mm-hmm. Вот это было интересно, и ребята смогли сделать. Яна, я знаю, что ожидается очень много интересных гостей на фестивале, очень много интересных визитов. Расскажите немного о том, о самые ожидаемые. Говоря о человеческой энергии, да, мы о теме фестиваля, все равно мы не можем остаться в стороне именно от такого технического прогресса, что ли, да, и который искусство, естественно, затрагивает в том числе. То есть сегодня современное искусство развивается в том числе и в цифровом направлении, и так же, как и человечество все. То есть нас окружает сейчас электроника, гаджеты окружают нас, компьютеры, и мы двигаемся в этом направлении. Неважно, сколько мы говорили там о единении человека и природы, мы движемся на сегодня мы движемся несколько в ином направлении, и мы должны его осмыслять. И это человеческая энергия в том числе. Вот. И одна из тем фестиваля в этом году — это цифровое искусство. И она очень важна, эта тема. В рамках подготовки к фестивалю мы провели мастер-класс. Это был впервые такой мастер-класс в Казахстане. Пригласили очень серьезных специалистов, преподавателей школы мультимедиа имени Родченко из Москвы, которые с молодыми художниками в Астане провели мастер-класс 7-дневный по цифровому искусству. И мы покажем, во-первых, учебные работы выпускников из этого мастер-класса, но они достаточно интересные. А также мы пригласили и самих преподавателей показать свои профессиональные работы, и художников, которых сейчас мы можем назвать именно медиа-художниками. Художниками, которые работают с новыми медиа. То есть это видео-арт, это медиа-арт, это саунд-арт. Мы ожидаем приезда Алексея Шульгина и Аристарха Чернышева. Это кураторы электромузея в Москве и также соорганизаторы галереи «Электробутик». Это два медиахудожника очень известных, и, можно сказать, они являются в круге основателей медиа-искусства вообще, в принципе, в России и постсоветском пространстве. И они работы свои покажут, для них будет специальный павильон. А также будут интересные работы учеников, студентов школы Родченко, но они уже состоявшиеся художники. Состоявшиеся художники, которые участвуют и в биеннале международных, это Ильдар Якубов и Василий Сумин. Для них тоже будет павильон, они покажут цифровую инсталляцию. Это будет то, в чем сегодня современное искусство развивается и какие новые медиа современное искусство осваивает. Помимо объектов и помимо инсталляций традиционных, в рамках которых, в направлениях которых работает современное искусство. Вот, то есть мы представим еще такое направление, как цифровое искусство. Очень интересное, необычное направление будет представлено. Это лаборатория медиапоэзии. То есть это поэзия, которая также работает с новыми медиа, то есть работает с цифровыми технологиями. И я надеюсь, поскольку наше пространство, для наших пространств очень важно слово, литература. То есть мы такое очень словесные представители, люди. И поэтому вот сама поэзия, ритмика через новые медиа — это вот очень интересное направление. И я надеюсь, что художниками Казахстана, и в том числе и молодыми художниками, уже состоявшимися, это направление будет принято, возможно, освоено. И это будет как одно из направлений, которые фестиваль предлагает для развития. Это очень важная тема в этом году для фестиваля, что фестиваль дает очень много направлений для развития. То есть это новое отношение большого крупного события, городского крупного события. То есть сегодня современное крупное событие не просто не обязано, оно не может быть уже простым развлечением.
То есть оно уже сегодня должно давать пищу не просто для глаз, не просто для отдыха. Оно должно давать пищу для мозга, должно давать пищу просветительскую, образовательную. И поэтому сегодня современное событие, крупное событие городского масштаба, обязательно должно нести в себе некоторый вот такой импульс развития, импульс какого-то нового развития культурного пространства. Иначе оно в таком случае, оставаясь просто развлечением, то есть уже не соответствует духу времени. Зрителю уже и зрителю, и художнику им интересно быть в соединении, им интересно включаться в какое-то общее обсуждение, в какую-то общую коммуникацию. Поэтому мы запланировали экскурсии. Поэтому у нас кураторы высокопрофессиональные, очень специалисты. Каждый из них может, ну, у каждого концепция есть своя. И все наши зрители нашего фестиваля обязательно пройдут вот по экскурсиям, поговорят с кураторами, поговорят с художниками, почитают обязательно концепции. У нас представлен будет арт-форум очень серьезный, в котором у нас участвуют ученые, социологи, философы, художники. Ну, то есть весь комплект культурной прослойки, которая вот находится в этом пространстве, городском пространстве. Потому что сегодня мы уже не мыслим городское пространство просто как какое-то развлечение. Сегодня мы это мыслим как возможность динамики, возможности развития, возможности какого-то образования дополнительного. Тем более, что мне очень важно сказать, в этом году ЮНЕСКО, вот наша идея нашего фестиваля «Человеческая энергия, энергия человека» совпала с объявлением ЮНЕСКО 2016 года, годом Аристотеля. Понятие энергии вообще в пространство мировое ввел Аристотель, и ввел он понятие интеллехия, то есть преобразование человеком самого себя. То есть человек, преобразуясь, вот потенциальная энергия, преобразуясь внутри себя, внутри человека, дает возможность реализации его индивидуальной цели. То есть то, что человек может сделать из себя сам, то есть преобразуя себя. Но это очень важно, мне кажется, совпадение такое не случайно получилось, очень удачное, очень уместное, да, очень символично. Скажите, а фестиваль, получается, будет только в закрытых пространствах, в павильонах, или же выйдет на открытое пространство, на бульвары, на улицы Астаны? Вообще фестиваль сам по себе заполняет практически там половину бульвара. Ну, то есть часть бульвара, да, вот на Зелёного, да. Но павильон, там будут и объекты в открытом пространстве, а также и павильоны для специальных инсталляций. То есть он такой будет разнообразный, можно так сказать. И павильоны, вот павильон будет и для промышленного дизайна, для музыки будет сцена, для цифрового искусства, поскольку он требует там определенных условий для того, чтобы показать, экспонировать его, будут также павильоны. Для объектов, для инсталляций, для скульптур будет открытое пространство, вот, где зритель может напрямую посмотреть этот объект, прочитать концепцию, поговорить с художником. Скажите, а запланированы ли какие-то коллаборации уже внутри программы фестиваля? Допустим, не просто с мастерами, которые приедут из России, да, наших гостей, а между самими участниками, к примеру, музыка, вот с промышленным дизайном. Ну, я просто сейчас так примерно сказала. Уже в процессе самого фестиваля, возможно, что-то родится какая-то идея или... На самом деле там ситуация такова, что в рамках фестиваля планируется вот лаборатория медиапоэзии, о которой я говорила, и в рамках этой лаборатории будет не только представлен само направление медиапоэзии, но также Елена Демидова и Олег Макаров, ребята, которые из Москвы приедут и которые это направление развивают, они будут организовывать на месте вот медиаперформансы с участниками нашего фестиваля, а также со зрителями, которым это будет интересно. И вот что получится за три дня? Проба сделать первый медиа-перформанс медиа-поэзии в рамках нашего фестиваля. Это будет уникальная ситуация, если мы сделаем такой первый медиа-перформанс. Вот это одна коллаборация. Кроме этого, обсуждалось возможность участия хореографов вместе, вот хореографов Астаны вместе с нашими саунд-артистами, которые приедут из Москвы. Но это вот пока такие секреты, которые очень сложно. Скажите, у нас в сентябре
осенью стартует, в Алматы стартует, начнется очередной фестиваль тоже современного искусства Artbat Fest. Это уже событие, которое гремит на весь Казахстан и за его пределами. Запланированы или, возможно, будут какие-то совместные проекты? Допустим, что-то из Астаны, если что-то будет возможно привезти, показать алматинцам. Потому что цифровому, конечно, искусству у нас в Алмате мало событий, которые посвящены именно этой теме проходят. Если организаторы фестивалей, двух фестивалей найдут между собой какие-то точки соприкосновения и найдут такие возможности сотрудничества, то, конечно, это будет здорово. Мы будем рады, мы как творческие люди, как творческая составляющая в этом смысле, мы будем очень рады, потому что чем больше культурных проектов высокого уровня, чем больше таких вот включений и возможностей развития культурного пространства, тем лучше и не только для нас, там, и для всех. В общем, вот. Поэтому здесь мы открыты всему. И мало этого, мы и сами, да, алматинцы, и где-то здесь мы готовы поддержать любую инициативу, возможные взаимодействия, взаимоотношения в этом смысле. Это будет очень здорово. Уже не первый год вы проводите, сталкиваетесь с миром актуального казахстанского искусства. Вот я упоминала, что в прошлом году делали большой интересный проект. Скажите, вот сложилось ли у вас уже какое-то вот мнение о наших деятелях современного искусства? Как бы вы оценили казахстанскую человеческую арт-энергию? Если оно уже сложилось, или оно только в процессе? Мне видится, что это очень разнородная достаточно ситуация, и в этом ее ценность. В том, что я работаю с молодым искусством и с художниками, которые только начинают развиваться в этом направлении. Они очень интересны. И я также работаю с удовольствием уже с признанными мастерами. Вот там Леной, с Виктором Воробьевым, и мы тоже находим какие-то очень важные точки соприкосновения. И ценность именно в том, что в одном поле существует такая разнородность, которая находит свое место, своя ниша везде. И мне как куратору интересно работать именно на разных вот этих уровнях, на разных пластах. У меня есть темы, которые интересны для меня, и эти темы здесь востребованы, да, и они востребованы, я рада, что они востребованы. Да, у меня есть в Москве темы, которые востребованы, я работаю там с российской тематикой. И есть темы, которые я как куратор изучаю, исследую здесь. И они здесь находят отклик у художников. И вот это важно. Важно, здесь не оценка важна, а возможность диалога между куратором и художником. Если в рамках этого диалога возможно рождение какого-то проекта творческого, который находит отклик у этого пространства и как-то это пространство развивает, тогда это здорово. Ну вот это главное, я думаю. А здесь, в Алматы, я помню, как-то тоже давала интервью и разговаривала об этом, что эта ситуация соединение творческих сил в одной очень такой точке и такая насыщенная концентрация здесь, она позволяет работать на разных планах. Вот. И меня это радует очень, и это очень здорово, потому что и здесь художники прекрасные, люди удивительные, и пространство дает возможность этому росту творческому. Вот что я могу сказать по поводу этого всего. Большое спасибо, что вы зашли к нам в студию. Большое спасибо за интересный рассказ о том, что через пару недель, да, уже ждет всех жителей и гостей нашей столицы. Удачи вам и удачи фестивалю.